агент защиты оказался недостаточным. В этой связи долго представить объявление о том, что однокомнатные госпитализированные уголовные дела применения защитника потребуют дополнительных военно-запросов на охоту длительным потребуют средств проведения совета главного поста обоснованных. Согласно представленному материалу, главному применяется в совершении двух особо тяжких преступлений, за которые главным законом посмотрение только для лишения собой, что не может не учиться в том, при рассмотрении кадастра управления строго содержания постарше. Посмотрев следствие, которое проводит угодно на следствие, совершаются общественно опасные деяния, данные чести минусов, приходит к убеждению, что находясь на свободе, он потерял субъединенной линии, мог скрыться следствие суда. При этом суд учитывает имеющие ставных материалов достаточно сведения о доказательном обвинении при предварительном следствии, воздействии на свете по данному главному делу, то мы не сделали 177, 182. И это обстоятельство, это судно основание полагает, что в случае изменения существующего мера отпущения обвинения может оказать воздействие на других участников. Совокупность указанных ответственных исключений свечено смотрит основание для объединения отмены существующих необычных отношений подобного, причина содержания которого поставлены существенными, обоснованным интересом объединить, интерес общественности на настоящее время, поэтому чувствует объединение поставок перед коллегией. В этой связи кажется, что отчет объединения существующих необычных отношений связанных с исключением поставок считает обоснованным. Что касается доступа за счет возможности изменения действующие меры общения на более мягкую связь с уменьшением объема виноватного денег, в связи с прекращением уголовного процесса по менее тяжким составам преступления, то они исцеляют поскольку данное средство получат со сроком суждения на первом следствии, или еще основания для проведения мер общения в виде содержания постражек, которые по данному делу или у меня следует. Решая вопрос о проведении дневного срока содержания постражек, суд принял понимание данной личности, состояние здоровья и семейного положения, препятствия для снижения уголовного устройства и последствия даже не имеется. На основе того, что соответствует для этого России, постановление правительства содержания поставили одним главным Дмитрием Юрьевичем 14.1.1 года, на 3 месяца всего 18 месяцев, то до 30 июня 2016 года включительно. В утверждении кадастровой защиты изменение главного Дмитрия отказать. Настоящее постановление было направлено в судебном порядке судебной коллегии по главному государству в основном суда в течение присутствия нарушения, а не присутствия, а не в течение против постановления.